нашей краине апошние 10 годов водители обязаны ажитявлять страхование громадянской отказности у ладальников транспортных сродков. За долгой формулировкой вид страхования автомобилей. Без его водитель не имеет права удельничать у дорожном руху. И, на жаль, порушение правил страхования фиксируется постоянно. У той час, как оформить страховой полис, можно за 6 хвилин. На сегодняшний день страховой взнос по данному виду страхования по среднему классу автомобиля составляет 40 белорусских рублей на год. Можно сумму разбивать на 2 срока. Страховый полис повинен быть при водителях заусюды. Накольки докладно это потребование выконывается, вы решили проверить супрацовники ДАИ. У гэты дни яны проводят профилактичное мероприемство «Страховый полис». Патрулявание дорог региона ведется во узмоцненном режиме. А кроме проверки страхования, инспекторы ДАИ ведут тлумачальную работу и рассказывают об померах покарания. За эксплуатацию транспортного средства в дорожном движении без заключения во владельцам договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф 15 базовых величин. До речи, с початку года за керование автомобилем без договора обовязкового страхования в Гомельской области было выписано больше, як 2500 штрафов. З их с початку акции амаль 200. Узмоцненную проверку наявности страхования областная держаутоинспекция протягнет до конца кастрычника. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо, компания Гомель.